Это пешеходная дорожка в станице Благовещенская. В пик курортного сезона по ней проходят до 20 000 человек в день. Комфортно ее не назовешь. Нет ограждения, скамеек и зеленых насаждений. А ведь эта дамба ведет к морю и считается курортной частью. У нас это единственный проход к морю. Станица у нас курортная. Посещаемость очень большая, наполняется при уже массовом август месяце. Это уже массовое посещение отдыхающих нашего сельского округа. Это единственный проход к нашему центральному пляжу. Поэтому основная масса идет всегда сюда. Хотелось бы, чтобы люди приезжали, были довольны тем, что у нас есть. По проекту здесь должны заменить плиточное покрытие, установить ограждения, скамейки и урны, украсить озеленением. Проголосовать за пешеходную дорожку станичники смогут в местном Доме культуры уже 18 марта. Полный список проектов и адресов счетных комиссий размещены на сайте администрации на нашем anaporegion.ru.